В республиканской клинической больнице со сквозняками борются с помощью одеял. В интернет попали фотопалаты, где этот метод используется. В комментариях пишут, что она не единственная. В РКБ наличие проблемы признают. Снимки сделаны в лор-отделении. Двери на балкон были изготовлены в 1977 году. Из-за технического износа для обеспечения теплового режима зимой они были заблокированы. Пациенты выписаны. Жалоб о том, что слишком жарко либо холодно, от них не поступало. К медицинскому персоналу обращений не было. Вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии по этике нашего учреждения. Пресс-секретарь РКБ затруднилась ответить, существуют ли подобные проблемы в других палатах. В общей сложности в больнице 42 отделения.